Коллеги, раз, меня слышно, видно? Поставьте плюс в чате, пожалуйста, кто меня слышит и видит. О, супер. По крайней мере, мы начинаем без технических проблем, это уже хорошо. Ну, собственно, привет всем коллеги. Меня зовут Павел Селиванов. Сегодня наш вебинар предваряет большой интенсив по Kubernetes, который мы будем проводить в Подмосковье с 3 по 5 августа. Вот. А сегодняшний вебинар мы решили устроить как небольшую демонстрацию того, о чем мы будем говорить на обучении. Ну и, собственно, для того, чтобы каждый для себя мог сделать выводы, насколько это будет полезно ему или его компании. Ну и, в принципе, поделиться каким-то нашим опытом по поводу как бы нашей эксплуатации кластеров Kubernetes. Небольшое отступление. Тут в чате есть мой коллега, его зовут Антон Скобин. Если вдруг что, вот он сообщение пишет, ему можно верить, он как бы этой платформой, в частности по платформе, он ей пользовался, он ее знает. И какие-то там рекомендации, если у кого-то проблемы со звуком, с видео, он может дать, подсказать по поводу там записи, трансляции и прочее. Ему можно верить, его информация. Вот. Собственно, давайте начнем, перейдем к самому вебинару. Давайте я, наверное, для начала пару слов расскажу о себе. Меня, как я уже сказал, зовут Павел Селиванов, и я инженер в компании SourceBridge. Собственно, наша компания занимается тем, что помогает нашим клиентам в администрировании их инфраструктуры, в том числе и на базе Kubernetes и Docker. Также мы помогаем строить DevOps-процессы и вот эти вот всякие модные вещи. Вот. Ну, собственно, я сам последние пару лет занимаюсь внедрением и обслуживанием инфраструктур, построенных на основе Docker и Kubernetes. Вот. И пока Kubernetes является довольно хорошим решением с точки зрения разработчиков, да и вообще, в принципе, с точки зрения управления контейнеризованными приложениями, сети в нем – это такая очень сложная проблема, которая обычно приносит очень много головной боли. И, собственно, копаться в их недрах, ну, я считаю, что очень на любителя удовольствия. Вот. Поэтому мы сегодня, собственно, в рамках этого вебинара попробуем разобраться в работе нескольких сетевых частей Kubernetes. Мой доклад, собственно, как вы видели, называется «Сети Kubernetes изнутри». Но, по правде говоря, я не буду особо вам рассказывать о том, как работает непосредственное взаимодействие подов. Собственно, тут по двум причинам. Во-первых, информации по этому поводу в интернете очень много, о конкретных сетевых решениях, там всякие Flannel, Calico и прочие страшные слова. Вот. И плюс я не сетевой инженер, и я как бы вот во всех этих тонкостях не так хорошо разбираюсь, как я хотел. Зато я разбираюсь в Linux. И вот по поводу сетевого стека, который находится в Linux, и того, как с ним работает Kubernetes, я рассказать могу. И постараюсь, чтобы это никого не утомляло, и чтобы это было интересно. Надеюсь, вы вынесете для себя какую-то пользу из сегодняшнего вебинара. Вот, собственно, вначале давайте мы немного вначале пробежимся все-таки для того, чтобы синхронизировать наши знания по поводу того, как поды между собой, как вот это все на ноде работает, так очень верхнеуровнево. И дальше поговорим про сервисы, про ингрессы. И в конце это, наверное, не очень будет интересно тем, кто уже там, в продакшене использует Kubernetes вовсю, но для людей, которые начинают только этим заниматься, а тем более, если вы решили пойти путем смелых и сделать это все на bare metal без использования там, готовых решений для деплоя Kubernetes, вот, мы поговорим про отказоустойчивые стапы, потому что это лично мой опыт, который у меня в начале как раз-таки моего знакомства с Kubernetes не очень получался и прям болело. То есть до тех пор, пока я узнал, как это best practices в этом плане, было не очень хорошо. Вот. Ну, собственно, давайте начнем. Давайте посмотрим сначала вот на такую штуку. Это перевод трех пунктов из официальной документации по сетям в Kubernetes. Это документация для разработчиков, собственно, сетевых решений для Kubernetes, то есть Kubernetes объявляет три основополагающих принципа.
по которым должны работать сети Kubernetes. Ну, собственно, первый фактически нам говорит о том, что все контейнеры должны видеть IP-адреса друг друга и мочь взаимодействовать с их помощью без необходимости какой-то сетевой трансляции. Второе то же самое, но оно относится уже к взаимодействию между нодой и контейнером. И последний пункт, собственно, то, что для самого контейнера IP-адрес, который он свой видит внутри себя, должен быть такой же, как тот IP-адрес, который видят все остальные контейнеры снаружи кластера. Вот, собственно, вот эти три основополагающих пункта, по идее, должны выполняться в сетевой модели Kubernetes, в любых сетевых решениях, которые вы можете использовать. Собственно, исходя из этих трех пунктов, сама модель того, как коды взаимодействуют между собой, выглядит примерно вот так. Ну, собственно, причем от конкретного сетевого решения она принципиально никак не меняется. То есть все стандартно, соответственно, если код 1 решает повзаимодействовать с кодом 3, они находятся на соседних нодах, то трафик, вот, соответственно, его можно тут отследить, как он идет, он выходит из интерфейса ноды в итоге и попадает в интерфейс другой ноды. И там уже бридж решает, на какой контейнер этот трафик нужно отправить. Соответственно, от сетевого решения это реально не зависит, потому что тут может быть, ну, тут в районе вот бриджа и нодового интерфейса физического, тут может быть какой-нибудь там VivNet, который это будет заворачивать в подобие там User Space VXLAN, заворачивать весь трафик в UDP, отправлять его на ноду. Тут может быть какой-нибудь Flannel, который мне очень нравится, с Host Gateway модом. То есть он, в этом моде он просто будет прописывать роуты на подсети контейнеров на нодах через IP-адреса вот этих интерфейсов нод. Вот. Как бы это всегда выглядит примерно одинаково. Вот. Главное на этом моменте, что у нас здесь соблюдаются как раз-таки три описанных ранее правила. Но давайте мы поднимемся сейчас на уровень выше и посмотрим конкретно, что нам приносит такая абстракция, как сервис. Вот. Вообще говоря, сервис в Kubernetes нужен как механизм для сервис-дискавери прежде всего. И, по-моему, функция балансировщика в нем дело уже 25-е. Ну, по крайней мере, мне кажется, что когда его разработчики писали, вот они именно вот так примерно думали. Например, первая его реализация работала вообще на основе User Space Proxy. Но это было я эти времена в Kubernetes не застал, к сожалению или к счастью, не знаю. Но предполагаю, как это работало хорошо, потому что так работал Swarm. Вот, собственно, потом ей на смену когда-то пришел дефолтный на сегодняшний механизм с IP Tables. Вот, собственно, давайте на него и будем смотреть. Вот. Но для начала давайте пройдемся по тому, как сервис, собственно, видит нужные коды для того, чтобы посылать на них трафик. На уровне Kubernetes у сервиса есть одна основополагающая связь с кодами. Это лейблы. То есть, когда на сервисе указан лейбл-селектор, вот как вы можете видеть на слайде, тут оно вот как раз таки рабочая модель Kubernetes. То есть, когда указан лейбл-селектор, он ищет поды в своем namespace, на которых есть точно такой же лейбл, как указан в селекторе. Соответственно, после этого весь этот механизм резолвит в QBAP IP-адреса этих подов, это получается L4 прокся, поэтому ей нужен еще и порт. Это вот второй пункт по сервисам, вторая основополагающая связь между сервисом и подом. Это, соответственно, порты. Тут из самого YAML все понятно. Соответственно, и последний момент, который у нас есть в сервисе, это его IP-адрес. Этот IP-адрес сдается не вручную, в случае, если у нас сервис типа кластер IP, это тот IP-адрес, который кубьем выдает сервису автоматически из диапазона IP-адресов для сервисов. Вот. И для многих начинающих свое погружение в Kubernetes это выглядит как создание какого-то прокси, то есть мои там коллеги с прошлых мест работы, админы там с многолетним стажем это считают всегда контейнером, который приносит какие-то там невероятные задержки, куда гоняется трафик. В общем, на самом деле это не так.
Этот вот всеми сервисами, вообще всем вот этим делом руководит такой компонент в Kubernetes, который называется kubeproxy. Он установлен на каждой ноде кластера и генерирует несколько правил в IP-tables для каждого сервиса. Вот на этом месте начинается интересный момент, который я когда-то раскопал и который я, мне не дает покоя. И знаю, что большинство людей, которые используют Kubernetes, у них есть похожая проблема. Ну, собственно, если мы грепнем на любой ноде в кластере, вывод команды iptables-t-nap-s по IP-адресу сервиса, вот, который у нас тут есть на слайде, мы получим iptables правила, которое выглядит примерно вот так. Тут правила все гигантские, я их постарался немножко раскрасить, чтобы они, по крайней мере, не так сильно глаза калечили, когда в них пытаешься всматриваться. Вот, давайте разбираться, что происходит. У нас, соответственно, все, что идет на destination этого IP-адреса этого сервиса, на его порт 80 отправляется в цепочку дальше некую. Окей, давайте попробуем теперь по тому, что мы видим, вот это имя цепочки, попробуем погрепать IP-tables дальше. Если мы погрепаем IP-tables дальше, то мы увидим два вот таких прекрасных правила. Собственно, эти два правила, первое нам особенно интерес, потому что тут используется модуль, который называется статистик в его режиме random. Собственно, все, что он говорит, это то, что 50% всех пакетов, которые проходят через это правило, должны в него матчиться. Соответственно, если пакет сейчас попал в тот процент, который матчится, он попадает в первый селектор. Второе правило, соответственно, применяется ко всем пакетам, которые не матчились в первое правило, и отправляет его во второй селектор. Окей, вроде бы все понятно. Давайте смотреть дальше теперь. Например, по первому правилу прям возьмем и посмотрим ту цепочку, в которую отправляет нас первое правило. Вот, а тут наступает уже интересно. У нас появляется донат. Опася. Потому что изначально доната никакого не было. И, собственно, в сетевых вот этих в начале, которые мы рассматривали в правилах сетевого взаимодействия Kubernetes, никакого ната нет. Окей, доната донат. Нас донат в итоге отправляет to destination какой-то IP-адрес и порт. Если мы посмотрим на второе правило, тут то же самое, то, которое было без рандома. Тут все то же самое, но нас отправляют на какой-то destination другой IP-адрес и какой-то порт. Теперь, та-дам, если мы посмотрим в namespace, в котором у нас сервис, посмотрим коды, мы, собственно, увидим вот эти вот два IP-адреса. Сейчас тут даже есть такая штука, как указатель, по-моему. Да, и она даже, наверное, работает. Мы видим вот эти два IP-адреса. Соответственно, эти два IP-адреса – это просто два IP-адреса наших кодов, на которые у нас смотрит наш сервис. Ну и весь сервис как бы в итоге из себя представляет просто кусочек, несколько, три правила IP-tables, которые форвардят просто весь трафик, который идет на IP-адрес сервиса, форвардит на IP-адреса подов. Причем вот если мы посмотрим, вернемся к вот тому, где у нас было probability, если у нас тех подов, соответственно, 3, то probability станет 0,3, как бы добавится еще одно правило с probability, тоже 0,3, которое будет отправлять на второй, ну и последнее правило, так же, как здесь, которое будет отправлять на третий. Соответственно, скейлится вот сервис именно так, таким образом по количеству подов. Вот. Ну и, соответственно, часто возникает вопрос у людей, когда они там дебажат Kubernetes, например, они пытаются пинговать сервис, IP-адрес сервиса, когда они его разрезовывали. Вот. Как вы видели в правилах IP-tables, он не отвечает на CMP-трафик вообще никак. И, соответственно, пинговать его нельзя. И то, что он у вас не пингуется, это не значит, что что-то не работает. Там помогает только один способ – курлить его на порт. Вот. Ну и, соответственно, из всей полученной у нас информации, которая у нас есть сейчас, что у нас представляет из себя сервис? Это статический IP-адрес, у которого есть DNS-имя, которое совпадает с именем сервиса, которое смотрит на этот IP-адрес, оно там записано в kubeDNS, kubeDNS его может развязывать. Ну и, соответственно, правила IP-tables, которые у нас роутят весь трафик.
Но тут наступает интересное место. Дело в том, что тут, вот как мы видели, используется донат, который на самом деле в Linux работает довольно интересным способом. И дальше мы еще посмотрим на DNS Kubernetes. Вот этот донат, который у нас есть, он в большинстве кластеров ломает еще и весь DNS-стек. Вот, собственно, давайте идти дальше. Давайте посмотрим на DNS. Если мы в кластере Kubernetes сделаем cut, etc. resolve conf в любом контейнере, то, ну, то есть, учитывая, что мы в коде не указываем каких-то там дополнительных опций для DNS, мы увидим примерно следующее. То есть, ну, все логично. У нас есть name server с каким-то там IP-адресом, у нас есть search домены, которых у нас несколько штук, вероятнее всего, вот это будет выглядеть как-то так, потому что у нас есть search домен, который включает в себя namespace для того, чтобы мы могли обращаться к сервису в одном с ним namespace, только по имени сервиса. У нас есть без namespace все то же самое. И у нас есть там с указанием еще окончание svc. Вот. И у нас есть опция ndots 5, которая называется. Вот. Ну, собственно, давайте вот посмотрим на эту опцию ndots 5 и заодно IP-адрес, который у нас вот этот есть. Давайте его тоже пока запомним, отложим, сохраним, дальше мы на него посмотрим. Так вот, опция ndots в сочетании с search доменами говорит, что если в адресе, который мы хотим разрезовывать, нет указанного количества точек ndots, ну или если этот адрес не FQDN по умолчанию, то есть не заканчивается на точку, то прежде чем превратить его в FQDN, нужно попробовать разрезовывать этот домен со всеми search доменами. Что это значит? Ну, например, на практике, если мы попробуем в Kubernetes вот с такой конфигурацией DNS разрезовывать google.com из кода, мы получим что-то такое. Соответственно, это dump, tcp-dump UDP-трафика, который выходил из контейнера, когда мы сделали curl.com. Очень интересный момент. У нас для того, чтобы сделать этот резолв, нам понадобилось 4 запроса. А в случае с курлом даже не 4, а 8. Потому что у нас курл еще пытается по умолчанию всегда резолвить IPv6 записи. Ну окей, 4, там 8, как бы современные сети, современные пакеты, все не так страшно. Как бы, все, по идее, должно работать. Вот. Правда, есть одна проблема даже в этом моменте. Если вдруг мы выключаем в кластере IPv6, ну, а это довольно распространенная практика, собственно, если мы IPv6 не пользуем, то зачем он нам нужен на серверах, то мы получаем ту же самую команду вот так. Если мы ее ставим, допустим, то resolving у нас занимал 15 секунд. Ну, там можно пренебречь, сколько отвечал сам Google, потому что это, скорее всего, вообще копейки. Да, сам resolving занимал 15 секунд, потому что все IPv6 запросы тайм-аутились, и, соответственно, для того, чтобы нам спросить о том, как, где у нас находится Google, где его IP-адрес, нам нужно вот, да, отличные 15 секунд. Ну, ладно, бог с ним тоже, с этим все нормально, это понятно, как решать. Мы, допустим, контролируем или приложение, то, что они у нас не резолвят IPv6 адреса, не пытаются это сделать. Ну, не отключаем IPv6 на машинах, как бы там в интернете можно найти по этому поводу довольно много информации. Вот, но есть еще одна проблема, правда. Вот теперь давайте поговорим о NAT, о самом том, как он работает в Linux. Собственно, сначала давайте посмотрим на IP-адрес, который у нас значился в etc. resolve.conf в качестве DNS-сервера в контейнере. Вот он IP-адрес. То есть, если мы спрашиваем сервис, какой у нас IP-адрес у сервиса kubeDNS, который всем резолвингом занимается, мы получаем как раз-таки этот IP-адрес. А это нам говорит о том, что для того, чтобы нам обратиться на этот IP-адрес, мы каждый раз это делаем через сервис, а если мы это делаем каждый раз через сервис, то мы каждый раз, получается, используем донат. Наш трафик проходит через донат. Что, собственно, в этом может быть интересного? Ну, я думаю, что как бы из тех, кто присутствует здесь и работали с Kubernetes, наверняка замечали баг, когда запросы начинают отваливаться с тайм-аутами, запросы к внешним сервисам. Ну, в частности, я знаю, что это очень большая проблема с DNS всегда.
запросы отваливаются тайм-аутами или возвращаются name of service not known. Как бы у нас, в частности, вот на одном из моих прошлых проектов с разработчиками это была довольно большая проблема, потому что это замечается только во времени, и чаще всего это замечается только когда, ну, на сервис идет реально какой-то трафик, как бы, когда он начинает хоть как-то работать. Вот. В чем проблема-то, собственно? Есть в ядре Linux такой баг, который в определенных обстоятельствах может вызывать race condition при записи нового правила в таблицу трансляции адресов. То есть, когда у нас проходит через NAT, у нас там вот эти все записи, как бы трансляция, все это сохраняется в ядре, в таблице. Вот. В случае, если у нас два контейнера одновременно пытаются с одним и тем же портом обратиться к одному адресу, в данном случае это DNS, и как бы неудивительно, что два контейнера с одной ноды пытаются к нему обратиться, это в принципе логично. Может возникнуть ситуация, когда в таблицу трансляции будет записан только исходящий трафик от, ну, в смысле, трансляция только для одного контейнера, а пакет второго контейнера будет просто дропнут. Соответственно, мы получаем у нас по 8 запросов от каждого контейнера на DNS для того, чтобы разрезовывать какой-нибудь Google. Есть вероятность, что это будет дропнуто, и как мы получаем отличную вероятность, когда у нас DNS начинает лагать. Ну и часть запросов, особенно на продакшене, там под нагрузкой хотя бы там в несколько сотен запросов в секунду, это начинает вообще быть головной болью. Вот. И приводит это все, в общем, к периодическому отказу сервисов, к потере пакетов. И вот, собственно, одна из наиболее заэффекченных частей вот этой вот багой всей в Kubernetes – это его DNS. Ну, собственно, на сегодняшний день несколько воркараундов по этому поводу есть. Если кому-то интересно, можно найти статья в блоге компании X-Ing, по-моему, была как раз по этому поводу, очень интересно написано. Там ребята рассматривали кейс не с DNS, а с обращением к внешним сервисам как раз-таки. Дело в том, что внешние сервисы, мы обращаемся к ним через SNAP, и там, соответственно, такая же самая проблема. Тут, ну, тут она в донате проявляется, там она в SNAP проявляется. Короче, там это все очень подробно расписано. Там есть примеры того, как они это воспроизводили, по-моему. Ну и, соответственно, workaround там от патча IPTables в ядре Linux до всяких там во фланах и в вивнетах. Всякие патчи ребята внедряют. Но на самом деле, я не знаю, они, по-моему, проблему полностью так и не решают. Там еще с DNS есть вот с этим вот многократными обращениями. Там его вроде как Core DNS пытается решить эту проблему. Ну, мы, например, для себя на сегодняшний день очень рассчитываем на новый механизм работы сервисов, то есть на основе IPvS. Вот он в 1.11 Kubernetes, тут недавно он зарелизился, он вроде как стал стабильным. Мы его пробовали когда-то. Когда-то он еще нам не очень понравился, сейчас в стабильной версии еще не пробовали, но очень на него рассчитываем. Окей, с сервисами мы разобрались. Проблема с ними есть, как работает, мы вроде бы разобрались. Понятно, давайте дальше перейдем к ингрессам. Ингрессы – это тоже довольно интересная тема, потому что, ну, вообще весь Kubernetes выглядит так, что... Ну, многие его компоненты, там, если подключать голову, то есть как-то думать о том, что вы делаете, многие его компоненты ставятся довольно просто и, в общем-то, заставляют вас не думать о том, что они из себя там представляют, что у них внутри происходит, и как бы снаружи кажется, что все хорошо. Проблемы вылезают только на продакшене и как бы становится потом больно. Вот, ну, собственно, ingress-контроллер. Сам, мы сейчас поговорим о контроллере, а не о ingress как там манифесте в Kubernetes. Вот. Контроллер из себя представляет фактически два процесса. Это обычный Nginx. Да, мы говорим про Nginx Ingress контроллер. Я там не беру всякие трафики и прочую реализации контроллеров, как бы ингрессовых. Nginx Ingress контроллер. Решение по умолчанию. У нас есть дом Nginx. Nginx занимается тем, что роутит трафик на... сейчас. Это будет сюрприз, может быть, для кого-то, на некие сетевые абстракции Kubernetes. Куда-то он роутит трафик, и у нас есть бинар гошный, который следит за ресурсами ingress, вот теми самыми манифестами в кластере у KubeAPI, и генерит конфигурацию для Nginx на основе этих ресурсов, ну и релодит Nginx, соответственно. То есть, если мы посмотрим на манифест ingress, то работает это все примерно вот так.
Ну, в данном случае мы имеем сам ingress, его определяет как бы его имя и набор правил. Набор правил — это фактически возьми хост с именем такой-то и в нем такой-то путь отправь на такой-то порт, такой-то сервис. Вот этот момент я знаю, что постоянно всех путает, потому что вот этот вот, вот это указание отправь его на, сейчас, секунду, отправь его на вот этот сервис name, вот это указание на самом деле нужно только для того, чтобы ingress контроллер взял и разрезолвил этот сервис, его, как это называется, Kubernetes, в endpoint. Вот. То есть он получает IP-адреса подов, которые стоят за этим сервисом, и в upstream добавляет его. В чем проблема? У меня лично коллеги многие с прошлых мест работы это путали. Представляете, как страшно выглядит для такого настоящего админа, когда у нас есть какой-то ingress, который форвардит трафик на какой-то сервис, который для человека представляется, ну, какой-то тоже проксей, который из себя представляет там какой-то контейнер, а потом трафик попадает в приложение уже, собственно, непосредственно. На самом деле не все так просто, разработчики этого дела тоже не были дураками и об этом подумали. Ну хорошо, у нас, значит, ну, на самом деле из всех вот этих вот YAML файликов прекрасных генерится конфигурация для Nginx. Давайте на нее будем смотреть. Давайте попробуем разобраться, что мы там вообще видим, что там есть и как это все выглядит. Ну, соответственно, вот самый простой способ это сделать exec в контейнер с ingress-контроллером и сделать там карту центра Nginx-Nginx-Conf. Если мы начнем его также грепать, как у нас, как мы делали с IP-Tables, в данном случае по имени сервиса, мы тут первым делом найдем upstream, который у нас имя сервиса указывает. В upstream мы можем видеть те же самые два IP-адреса подов и их порты, то есть, соответственно, таким образом мы точно убеждаемся, что у нас трафик в форвардинге трафика, никакие сервисы не участвуют, все проходит как бы только через Nginx и дальше в поды. Вот, ну и тут несколько опций, как бы это не так все интересно, главное, что мы видим тут upstream. Давайте идти дальше. Если мы дальше будем смотреть по, ну, имени сервису или по upstream, то мы найдем описание самого сервиса, сервера уже в Nginx. Это, конечно, не так выглядит, как, ну, оно на самом деле, тут куча всего убрано, там всякие разные настройки Nginx. Вот, тут оставлена основная суть всего этого дела. Мы действительно имеем сервер name, который мы указывали в YAML файлике, который надо, на который принимать запросы. И мы видим proxy path на наш upstream. Вот, соответственно, все, что тут интересно, все, что тут на самом деле происходит, и вся магия. Я вот тут выделил еще один момент. Я просто это место очень люблю, потому что когда-то у нас была задача сделать с консулом, там, консул темплейтом и прочими делами, определять, куда Nginx послал запрос, ну и связывать логи Nginx и логи приложения. Там это пришлось изобрести, в Kubernetes я для себя открыл, что тут ребята подумали и это уже изобрели. Эта переменная мне очень нравится, потому что если мы дальше в конфиг Nginx посмотрим, точнее не дальше, а раньше, в объявлении лог-формата, то мы увидим, что тут как раз таки эта переменная у нас используется, и по ней очень удобно логи, если у вас там VTS-модуль, например, в Nginx включен, по нему уже составляются метрики по каждому апстриму, очень удобно между собой это все связывается. Но, собственно, вообще к чему я это? Если мы знаем, что у нас ingress-контроллер – это Nginx, то ну, мы можем к нему начать относиться как к Nginx. Вы можете поискать по этому поводу, есть статья на Хабре по поводу как раз-таки ingress-контроллеров и ну, их внутренностях с точки зрения того, что они все-таки Nginx. В общем, основная суть того, что так как это Nginx, у него есть Nginx-овые проблемы, у него есть Nginx-овые ограничения, Nginx-овые опции. Вот если вы сделаете cut etc. Nginx и Nginx.conf и начнете его весь просматривать, и какая-то опция вам непонятно, что она делает, скорее всего, эта опция возьмет и на продакшене настучит вам по голове. Поэтому это, ну, плохо это оставлять на самотек в таком виде. Вот. В частности, один из кейсов могу рассказать от себя. Была когда-то, сейчас ее уже как бы там как-то поправили, как-то заворкараундили, проблема с ingress-контроллерами. Если вы через него пытаетесь пустить WebSocket трафик,
то, ну, соответственно, веб-сокет соединение, что-то такое соединение, которое может подключиться и жить там как бы минутами, часами, а то и днями. И проблема ingress-контроллеров, они следят за конфигурацией, она там в кластере часто меняется, все это дело, и они постоянно релодятся. Есть еще такая фишка, что, например, там, когда сам контроллер, бошный бинарь, получил список бэкэндов, он и в каком порядке получил, в таком порядке Nginx и скормил. А Nginx увидел в другом порядке, ну и как бы это все релодится дело. Вот, релодился он по несколько раз в минуту. И, соответственно, все заканчивалось тем, что простой Nginx начинал выедать, ну, без особой там нагрузки, там, я не знаю, 100 сидящих пользователей активных по веб-сокетам в чате, начинал выедать по 10 гигабайт памяти. А все из-за того, что у него его воркеры, когда он релодится, воркеры не бросают connection, они там загружаются у Nginx новые воркеры, а старые воркеры остаются в состоянии shutdown до тех пор, пока с них connect не умрет. Вот. Ну и таких воркеров нарастало столько, что это начинало занимать гигабайты. И как бы в итоге весь Kubernetes решал, что чего-то у нас Nginx разожрался, он там к своим лимитам уже за лимит свой выходит, его убивало, и они постоянно рестартились. Сейчас эту проблему поправили, но вот когда-то у нас было отношение к этому делу как к каким-то мифическим ingress-контроллерам, через которые можно все гнать, оказалось, это Nginx, короче. Вот. Ну и давайте непосредственно подойдем к последней теме, которая у нас была, это про отказоустойчивость. Тут на самом деле не то, чтобы это было сильно какая-то сложная тема, какая-то что-то гениальное, какие-то открытия. Просто я знаю это то, что у многих начинающих действительно вызывают вопросы, и как бы, давайте на них посмотрим. Чего бы нет, время у нас есть. Вот. Мы тут в данном случае будем рассматривать это на примере двух мастеров, просто по причине ограниченности места на слайде презентации. Но на самом деле из двух мастеров обычно мастера не делают, делают это из трех, по причине того, что на мастерах обычно живут еще и ETCD, а ETCD в количестве двух штук как бы отказоустойчивости не приносит, смысла не имеет. Ну, как бы в тестовых целях посмотрим на два. То есть, соответственно, классический сетап, который у нас сейчас используется тем же самым кубспреем, тем же самым KOps, он, правда, там использует за место некоторых тут компонентов, он использует амазоновские балансировщики, но, в общем, принцип остается один и тот же. У нас на мастерах стоят контроллер-менеджер, скедулер и IP-сервер, собственно, сам. Так вот, контроллер-менеджер и скедулер настроены таким образом, что они смотрят только свой локальный куб IP-сервер. Таким образом, если контроллер-менеджер выйдет из строя, как нам еще известно, они вот эти два компонента, контроллер-менеджер и скедулер, они у себя выбирают еще и мастера, то, соответственно, если в какой-то момент мастер контроллер-менеджера, к примеру, выйдет из строя и не будет обновлять лиз, его просто мастерские обязанности возьмет на себя другой контроллер-менеджер. При этом нам абсолютно не важно, у нас контроллер-менеджер вышел из строя по своим причинам, или потому что у него KubeIP-сервер умер, или потому что вся эта нода умерла. У нас схема взаимодействия одна и та же. Вот, соответственно, KubeIP-сервер, в свою очередь, они между собой, у них как бы мастеров никаких нет, это действительно это просто API, который умеет считать информацию из хранилища и записать ее в хранилище. То есть там логики довольно много, но вся она сводится как бы к этому. Соответственно, вот KubeIP-сервер смотрит в ETCD. В ETCD он смотрит во все ноды кластера. То есть каждому KubeIP-серверу объявлено, что вот тебе списки ETCD. В теории, когда ETCD начинает, один из ETCD начинает складываться, KubeIP-сервер должен это по его хелс-чекам замечать и переставать с ним общаться. Из интересного, буквально недавно мы у себя рассматривали багу о том, что когда у нас одна из нод выключается, у нас на мастерах, как бы там периодически то на всех, то на некоторых, начинают запросы к API-серверу подвисать. Они прям подвисают и висят, отваливаются через там, сколько-то секунд по тайм-ауту, сколько у них там есть. Проблема была в том, что ETCD, когда отваливается, отваливается у нас, когда одна из нод ETCD, KubeIP-сервера неправильно там замечали то, что она отвалилась. В общем, короче говоря, там продолжали открытые сокеты висеть на этот умерший ETCD.
решилась, насколько я знаю, это в версии 1.10 Kubernetes, там уже это не повторяется, но как бы проблема неприятная, и вот уже думали, что с этим делать, потому что заявлено, что API сервера должны уметь трафик, ну, GTCD снимать с умершего трафика. На практике оказалось, что, походу, не умеют. Ну, поломали, починили, Kubernetes, бывает, это постоянная технология. Вот. Давайте пойдем дальше. С тем, как у нас на мастерах все обстоит, мы разобрались. Давайте посмотрим на ноды. Теперь, ну, соответственно, взаимодействие нода-мастер. На ноде у нас есть два компонента, в основном, которые хотят работать с kube-api-сервером. У нас есть kubelet и kube-proxy. Тут какая схема? Ну, собственно, возможно, два варианта. Нам нужно, чтобы у нас API-сервера все были закрыты каким-то балансировщиком. Ну, то есть для того, чтобы у нас, когда один API-сервер умер и kubelet обращается, какой-то балансировщик решил, что на мертвый API-сервер мы запрос не пошлем, пошлем на живой. Тут два варианта. Первый вариант – это когда у нас используется, ну, или какой-то внешний балансировщик, или балансировщики на самих нодах мастеров там свой РП с каким-нибудь, ну и которые смотрят на все IP-сервера и как бы кублеты обращаются на какой-то там виртуальный, грубо говоря, адрес. Или второй вариант – это когда у нас на каждой ноде поднимается контейнер с Nginx, например, так часто Kubespray делает в своей установке, вот. И этот контейнер с Nginx, в нем написаны в бэкэнде все IP-сервера наших мастеров. И, соответственно, когда кублеты и кубпрокси, они обращаются к API-серверу так, как будто бы он находится у них локально на локал-хосте, а Nginx там уже сам решает, какой из API-серверов живой просто по его там, опция Next Upstream. То есть он таким образом это делает. Мне на самом деле это не очень нравится. Мне больше нравится тут использовать Haproxy, потому что Haproxy в своей бесплатной версии умеет чекать бэкэнды, и в случае, там, если бэкэнд упал и на него даже нет трафика, он как бы просто пометится, что он больше не живой, а Nginx будет увеличивать слегка тайм-ауты для запросов, потому что он будет все-таки пытаться сначала послать на неживой, а потом все-таки пересылать запрос на живой. Вот. То есть на сегодняшний день типичная схема выглядит вот так. Если вы хотите это делать на железных серверах, там в bare metal, с собственными руками поднимать Kubernetes, то, ну, наверное, сегодня уже не стоит изобретать какие-то особые колеса, можно делать вот именно вот так. Ну и, собственно, это все, о чем я сегодня хотел поговорить, о чем я сегодня хотел рассказать. Я напоминаю, собственно, о чем был наш сегодняшний вебинар. Помимо того, что мы сегодня поделились какой-то информацией, которая, надеюсь, для кого-то будет полезна, мы все-таки хотели бы немножко порекламировать то обучение по Kubernetes, которое мы проводим, оно с 3 по 5 августа в Подмосковье будет проходить. Сайт вы можете видеть на слайде, там можно все про него почитать, как бы зарегистрироваться, если будет желание, подключать своих работодателей и прочее. Ну, собственно, сейчас я готов ответить на вопросы. В чате вы можете задать, я там, ну, интересное что-то, на что-то отвечу. У нас там еще есть минут 10-15, наверное. На Slurm мы будем работать с версией Kubernetes 1.10, потому что это та версия, которую мы сейчас используем у себя в продакшене. По конкретным сетевым решениям, ну серьезно, это, во-первых, по этому поводу можно дискутировать очень много, во-вторых, по этому поводу очень много информации в интернете уже есть, там сравнение прямо вот со всеми графиками, там люди до миллиметров все выверили. Моя политика тут простая, того, как я решаю на конкретном проекте, что нам нужно. Если у нас проект простой, у нас клиент, там, ну, заказчик этого как бы кластера не хочет там сетевые политики Kubernetes, ему важно, чтобы все работало быстро, просто и хорошо, нам нужен funnel в режиме host gateway. Как только у нас начинаются какие-то сетевые политики и прочая вот эта вот фигня, которая нам нужна, нам нужен калика или канал.
Ну, вот с каналом я, честно, никогда тогда до него руки не дошли его попробовать. Я верю, что это должно быть вообще решение всех проблем. Ну, почему-то я как-то до него никогда не доходил в итоге. Скалика, что хорошо, это БГП, это как бы такое же взаимодействие, ну, чистое, без инкапсуляции трафика между кодами, все работает. Ну, вот он поддерживает сетевые политики. Единственное, да, минус Калика IP tables, тот самый. То есть, как бы все эти сетевые политики, естественно, не из воздуха берутся, это IP tables правила, и он там приносит просто сотни за собой, и вот весь трафик начинает через это все ползать. Ну и вариант, когда у нас там какие-нибудь кластера, я не знаю, в Амазоне, например, когда вообще всем все равно, что там будет в трафике происходить, есть прекрасный продукт VimNet, который просто берет, устанавливается, который просто работает, с которым я, ну, проблем никогда не знал. Ну, единственное, что я его никогда не использовал на каких-то там супер высоконагруженных проектах, потому что обычно с супер высоконагруженностью у людей создается какое-то понимание о том, чего они хотят от сетей, и как бы там убить там уже просто не поиспользуешь. А так, как бы, вообще продукт хороший, простой и прямолинейный. Отлично. Про OpenShift, я думаю, что это хорошая штука. Я его даже ковырял. Если вы, ну, сидите вдруг в чатике в Телеграме, в Кубернетисе, то узнаете там один ответ на все в OpenShift, это из коробки. Я верю, что в OpenShift это все из коробки. Тут есть два момента. Ну, во-первых, у меня действительно так получалось, что никому из тех, кому я делал кластера, не нужен был OpenShift. Это первое. Второе, в тех моментах, в которых я в нем разбирался, я в нем начал разбираться, понял, что это все сложности Кубернетиса, плюс все сложности Red Hat, плюс все сложности OpenShift. Вот все это вместе совмещенное. Ну и просто так это... Ну, я не хочу, даже если это работает, я не хочу это ставить и надеяться, что это работает, потому что, скорее всего, проблем в нем ничуть не меньше, чем в Кубернетисе. Кластеров в продакшене у нас, как у SourceBridge, сейчас, наверное, в районе, ну, до 10, короче говоря, обновляем мы их все с помощью KubeSpray, обновляем мы их не централизованно, если вы об этом спрашивали, потому что, ну, это кластера, как бы, не наши, это кластера наших клиентов, обновлять централизованно всех клиентов, естественно, никогда не получится, потому что это... какие-то, ну, в любом случае, это какая-то вероятность простоя, хоть она, по идее, Kubernetes я должен минимализировать, по идее, KubeSpray все это дело должен был предусмотреть, но все-таки какие-то неожиданности встречаются, вот поэтому это все вручную через стандартную роль KubeSpray, которая там кластер upgrade или update называется, я не помню, как она называется. По поводу... О, CI/CD в связке с Kubernetes. Вот это интересно. В связке с Kubernetes, да и вообще, наверное, не только с Kubernetes сейчас, мне нравится GitLab. По простой причине. Я с ним работал вместе с Bamboo и с Jenkins. Ну, это вот три продукта CI, которые я знаю, с которыми я работал. Чем мне нравится GitLab? Ну, во-первых, нас весь Kubernetes подталкивает к тому, что пользоваться, ну, то есть это Platform as a Service. То есть пользоваться им должны команды разработчики, и желательно сделать для команд разработчиков, чтобы они были максимально самодостаточны, то есть чтобы им не нужна была постоянная помощь админов. Если у нас, ну, как бы GitLab, чем хорош, там вся конфигурация YAML файлики, понятно, детям как бы все с ним хорошо. Второй большой плюс GitLab, он очень хорошо с Kubernetes по своим раннерам интегрируется. То есть запустить раннер в Kubernetes, который будет запускать внутри Kubernetes поды, в которых будут происходить там ваши билды, тесты, деплои. Это как бы все очень просто и хорошо. Единственный есть косяк, я не знаю, кто с ним сталкивался, кто не сталкивался. Я с ним сталкивался на кластерах в Амазоне. Насколько я знаю, и не в Амазоне у людей есть такие же проблемы. Как только мы начинаем использовать Docker and Docker,
у нас половина внешних сайтов начинает отваливаться просто. А внешние сайты — это что такое? Это всякие, например, Ruby Games, к примеру, который постоянно нужен, какие-нибудь там репозитории Debian. А причина как бы этому все в том, что все это хочется у какого-то американского провайдера, у которого есть какие-то там сетевые проблемы, ограничения. И, в общем, когда вы запихиваете это все в Docker and Docker, еще и в Amazon, что-то случается с пакетами, не могу сказать, не копался в этом глубоко, что случается с пакетами, и, короче, этот провайдер их больше не хочет принимать, нормально на них отвечать, на этот трафик. Решение тут довольно простое, там, в случае с Debian, ну, как бы, почему Debian, на нем большинство имиджей в докере собирается, все-таки на базе Debian. Для Debian используем какие-нибудь индексовые зеркала, плюс они в России. Для там, Ruby Games, ну, поднимаем свою локальную кэширующую проксю для всего этого дела. Как бы оно и полезно в любом случае трафик лишний раз не гонять, ну и решает эти проблемы. По поводу ограничений на количество IP-tables, не упирается Kubernetes, ага, прям, да, берет и не упирается. Там помимо того, что Kubernetes, если вы активно пользуетесь сервисами, там их становится овер дофига этих правил в IP-tables, а когда мы еще начинаем пользоваться каким-нибудь калика и активно пользоваться сетевыми политиками, то их становится совсем дофига, и это становится серьезной проблемой, и там, ну, упирается, да, это правда. С локальной разработкой тут по-разному. Тут все зависит от того, ну, от конкретной компании, как внедряется вообще корпоративная культура. Там, ну, вот модного слова DevOps, да, оно там у всех уже приелось, но на самом деле. То есть мое личное мнение, с докером должны работать разработчики, с кубернетисом должны работать разработчики, чарты приложений, там, если мы говорим о Хелме, хорошо бы, чтобы поставляли разработчики. Но это бывает не всегда, тут как бы зависит от того, что компания хочет от разработчиков, все-таки задача разработчиков не там докеры и Хелмы писать, а код, как бы, на котором компания зарабатывает деньги. Ну, поэтому, да, часто бывает такое, что это сваливается на админов, ну и тогда разработчикам какая разница, как он локально. Они как локально разрабатывали, так и разрабатывали. Потом это все на CI заворачивается в Docker, заворачивается в Helm и разворачивается в Kubernetes. Локально, ну, я не знаю, мне лично для локальной разработки Kubernetes неудобно пользоваться. Я для локальной использую Docker Compose, когда я что-то делаю. Потом это все идет в Kubernetes. Там, если мне нужно прям чарт, например, я там пишу, потестить какой-то, ну, мини-куб, да, он хорошо в этом плане спасает. То есть, когда мне нужно именно что-то с Kubernetes делать. Вместо Helm иной шаблонизатор, да, есть, Ansible называется. Ansible, у него есть модуль Kubernetes, он прекрасно умеет работать и с самим Kubernetes, и в Ansible отлично, у него есть такая штука Jinja 2, с которой он как бы вообще очень тесно работает, ну и шикарный, отличный шаблонизатор, он мне как бы всегда нравился, и я всегда был к нему близок. Единственное, что мне в последнее время сам Ansible очень не нравится, но если вам не нужно ничего много от Helm, там его всякие разные интересные фишки, то просто для деплоя шаблонов Ansible вообще шикарно. А еще есть еще более крутой шаблонизатор, которым многие пользуются, называется Set. И как бы, ну, тоже работает.
По поводу X3 LIP, я не знаю, в чем вопрос. Он через NGS пробрасывается по умолчанию, там никаких с этим проблем нет. Вместо Ansible, да не то, что вместо, я просто в какой-то момент, когда я начал работать с Amazon, я познакомился с такой прекрасной штукой, которая называется KeyOps, Kubernetes Operations. Это написанная штука на Go, которая позволяет объявлять кластер Kubernetes. Вот на самом деле, как это называется? Ну, в общем, в описательном формате, в YAML. Вот на самом деле, в Ansible, сколько бы вы ни старались, его чуваки пытались сделать хорошо, как действительно там, ну, какой-то способ делать вот такие вот красивые вещи, но по факту это получилось Python, YAML, Bash скрипты. То есть он не описательный, он как бы... Так не делать, поэтому я его просто не люблю. Использую, ну да, использую, конечно, Kubespray, как бы там, ну, KeyOps, он работает сейчас хорошо только в Амазоне, как бы в остальных местах, да, больше-то особо и нечего, там Kubespray. Вот, примерно так. Ну что, коллеги, давайте, у нас уже время, собственно, отведенное на сегодня, подходит к концу. Спасибо вам всем большое за то, что подключились, за то, что послушали. Как бы пообщались, интересный вопрос. Мне всегда интересно почитать вопрос, потому что, ну, мы такие вещи устраиваем периодически. Интересно, что действительно волнует людей. Как бы из вопросов составляются там, следующие выступления на мероприятиях. В общем, да, всем спасибо, что пришли. Всем хорошего вечера. Пока.